Селезнева. Дневник. Переэкзаменовка по истории. Переэкзаменовка по истории. Доберись до станции гравискейта, собирая все батарейки на уровне. Они понадобятся тебе для скейта. Доберись до космозоопарка на гравискейте. Нажимаю вверх-вниз. Твою дивизию.
кристаллики собираем, от машинок уклоняемся. Возможности. По возможности. Машинки у нас злые, так и хотят сбить. Я помню, когда по молодости на велосипеде ездил, столкнулся с тем, что водители автомобилей, велосипедистов просто как бы презирали и не считали их вообще за участников движения. Так, прошу. Что я собрал? Кристаллы собрал. 23 батарейки. А вот эти вот, я не знаю, что это. Какие-то шприцы. Да, на шприц похоже. Блин. Наркоманская игра. Или врачебная. Кто его знает? Может, кому-то помощь будем оказывать. Это бабочки. Это вообще банан какой-то. Нет, это на росянку похоже. И это кто? Тоже не знаю. Ладно. Пошли дальше. Если, повторяю, пойдет сейчас ролик из фильма, я его пропущу. Что мы тут имеем? Сейчас посмотрим. Что-то такое основательное. Так, но это не ролик из мультика. Так, водную давайте. Что мне делать? Или... Я еще продолжаю. Для начала Алисе необходимо встретиться с папой в космозоопарке. Для усыпления ядовитых растений используй баллончик с помощью кнопки Ctrl или напрыгни на него. Ага. Ну, примерно ясно. Ну, давайте попробуем встретиться с папой в космозоопарке. Космозоопарк закрыт. Остановитесь. Ага, это я. Собираем все, что можем собрать. Папа? Робот Захи забыл закрыть клетку с кустами с планеты Куркум, а у них колючки ядовитые. Теперь
сами сидим. Я помогу. Только будь осторожней с макросиканскими растениями. Они кусаются. Используй усыпляющий баллончик, чтобы их обезвредить. Так, усыпляющий баллончик. Это контрол, который. Ну или напрыгнуть. Ага, надо догнать кактус. А вот и растение. Напрыгнуть. Подожди. Пробуем напрыгнуть. Да получи. Давай как. Ах ты, сука. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. А как же это достать? А никак. А! Сейчас. На пару. Взлетаем. Ну, давай. Так. Что-то я не понимаю. Ладно. Вообще-то мне догонять чайника надо. Какого-то кактуса. А я что-то увлекся сбором кристаллов и батареек. А это было. Тут надо. Сейчас, подождите. Есть, я понял. Ага. Да. Ага, вот ты и попался. До этих мы пока не добрали. Ладно. Что? Итак, пропустили ролик красивый, там где Громозека появился. Идем дальше.
прошлом году мы отыскали мертвую планету Калиида. Раньше она была обитаема, но 100 лет назад все почему-то умерли. Забери свой дневник у Склиска, а мы подождем тебя около такси. И не забывай о батарейках для скейта. Нам предстоит долгая дорога. Хорошо, я вас догоню. Конечно, игра теряет... Забери дневник у Склиска и направляйся в сторону таксопарка, где тебя ждет папа с громозекой. Не забывай собирать батарейки, они понадобятся тебе для скейта. При записи игра теряет определенный шар, потому что приходится пропускать интересные ролики. Ладно. Так, мне надо догнать вот этого Скликса. А что, я не могу кристалл взять? Могу. Сюда я с наскоку должна попасть. Тихо. Я это уже понял. Рассчитать нужно. Ладно, в задницу. Пошел он. Это что я? Мобилку, что ли? Подобрала. Так, а жизни у меня мало уже, да? Ладно. Блин. Так, ладно. Эту вот аптечку. Ну, почти взял. Ну.
Ну, не получилось. Батареек я не вижу. Кристаллы вижу. Как же ж... Так, есть. Допустим. Вот батарейка. Это и есть. Может, это и есть недостающая батарейка. Кто его знает? Это что такое? Ну. Ну. Ладно. Какую-то я батарейку взял. Может, этого уже и достаточно. Зараза кусается. Yeah.
будешь делать, а? Ну что ж, поехали. Блин, из-за одной батарейки. Из-за одной батарейки дальше ходу не было. Да. Лети за нами и будь аккуратней. Лечу за вами. И постараюсь быть аккуратным. Ай! Ты пролетел между машинами. Фух, пролетел. Здесь полеты запрещены. Верни тебя на корабле. Двигайся к кораблю. Yeah.
Ладно. Давай. Ну, где ты? Помогите Алисе добраться до Калииды. С помощью клавиш WASD управляйте кораблем, а стрелочками влево и вправо направление магнитного поля. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Yeah.
помоги Алисе включить генератор магнитного поля и добраться до командного пункта. Добрый день, капитан. Здравствуйте, Алиса Игоревна. Спасибо, что включили генератор магнитного поля. Это было несложно. А теперь запустите гипердвигатель. Для этого вам необходимо потянуть за эти рычаги. Дерзайте. Вот она, Калиида. Как похоже на Землю. Внимание! Всем участникам экспедиции немедленно пройти в медпункт. Сами знаете, прививочки, укольчики. Нечестно. Ты говорил, на Калииде нет ничего живого. Значит, ни вирусов, ни микробов тоже нет. Ничего нет. Но на всякий случай... Собрала вакцину для профессора. Yeah.
собрала вакцину для профессора? Да не собрала. Собрала вакцину для профессора. Странно. Профессора. Подожди. И собрала вакцину для профессора. Терминалы подключать. Чтобы открыть дверь, надо увеличить давление в трубу. Профессора. Ты держу. И собрала вакцину для профессора. Так, увеличить давление.
Так, оранжевый терминал. Ты собрала вакцину для профессора? Несите 8 колонистов в больницу. Используйте пробел, чтобы взять или отдать колонистов. Получается, получается, что они одновременно все подыхают. Thank you.
Используйте пробел, отстреливайтесь от космической чумы. Используйте пробел от... А было весело? Осталось еще кое-что. Это что, Громозека? Помоги роботам добраться до корабля, а потом возвращайся ко мне. Есть разговор. Реактивация робота, помеченного синим цветом, подойдите и нажмите пробел возле него. Если робот потеряет вас из виду, он остановится и за ним придется вернуться. Помогите Алисе и ее друзьям найти вакцину от чумы. Управляйте микроорганизмом вакцины с помощью мышки. Поглощайте доступные бактерии и избегайте недоступных. Доступные бактерии отличаются тем, что имеют светло-зеленый оттенок.
Задание выполнено. Нажмите пробел. В общем, я так и не понял, что тут за формула. Ну ладно. Поехали дальше. Путешествуя по Калииде, не забывай собирать вакцину против космической чумы. Камбука, камбука, бака-вука. Чака, камбука, камбука, бака-вука. Чака, камбука, камбука, бака-вука.